Нелегкая задача стоит перед нашими баскетболистками. Завтра на домашней площадке состоится ответный матч. Спартак НТК встретится с француженками. В первой игре видновчанки уступили 58-68. И теперь, чтобы попасть в полуфинал Кубка Европы ФИБА, нам нужна только победа. И с отрывом не меньше, чем в 11 очков. Я думаю, что мы показали достойную игру. В Бурже, несмотря на то, что это один из самых именитых соперников на уровне не только Европейского кубка, но и Евролиги. И то, что мы отработали во Франции с разницей в 10 очков, это не та разница, которая не позволит нам перешагнуть ее дома. Коллектив «Буш Баскет» под руководством Валери Гарнье – одна из самых сильных команд. Более того, это достойнейший соперник с мировыми звездами в своем составе. И я надеюсь, что наши девочки, каждый в отдельности, улучшит свою игру. А некоторые, если хотя бы повторят, например, Юлия Гладкова показала великолепную игру в этом матче, Раиса Мусина, если усилят свою игру, Кайла, Маша Вадеева, все наши игроки задней линии, то я надеюсь, что у нас все получится, даже несмотря, что в составе Буржи играет такая великолепная спортсменка, как Селин Дюмерк. Еще раз повторюсь, нам нужна только победа. Не откажите себе в удовольствии поболеть за девушек из Спарты НК. Вход, как всегда, бесплатный. Решающая игра состоится 11 марта в 18:00 вечера во Дворце спорта «Видное».